Привет всем! Я Магдольна. Я очень рада, что могу быть опять с вами. Я решила делать в будущем короткие видео для развития коммуникации. Мы идем по темам. Вы уже знаете буквы алфавита, несколько слов. Умеете читать слова и тексты. Вероятно, вы умеете писать по-венгерски. Ну, это много. Как вы молодец? Что нужно вам делать? Нужно использовать язык. Заговорить постепенно, слово за слово и предложение за предложением. Обязательно повторять за мной. Очень важная тема первая. Моя семья. Очоладум. Вы уже освоили, что существительные часто употребляются с артиклами, определенными артиклами ООС. Сегодня мы учим слова и по грамматике глагол бытия в настоящем времени вон на русском языке есть. Еще разберемся образование притяжательных форм. Притяжательные местоимения помогут рассказать о принадлежности того или иного предмета или лица кому-либо или чему-либо. Например, мой, моя, мое, ozin, ваш, ваша, ваше, ozön. Моя семья, családom, ваша семья, ozön családja. Есть еще больше по личным местоимениям. Вероятно, вам более важная форма, уважительная форма, и как отвечать в первом лице единственного числа. Объясняю на русском языке, и слова и короткие предложения вы можете слышать с переводами. Потом повторяем вместе на венгерском языке. Поехали. Önnek van, у вас есть. Да, у меня есть. Igen, nekem van. Начнем с слов. Család, семья. Feleség, жена. Kisfia, сын. Szülei, родители. Szüleim, но szülők, родители, szülei, az ön szülei, ваши родители, szüleim, мои родители, anya, мама, az ön anyja, ваша мама, anyám, моя мама, apa, папа, az ön apja, ваш папа, apám, az apám, мой папа. Fiútestvér, brat. Az ön fiútestvére, ваш брат. A fiútestvérem, мой брат. Lánytestvér, sisztra. Az ön lánytestvére, ваша сестра. Lánytestvérem, моя сестра. Önnek van családja? Igen. Nekem van családom. Önnek van felesége? Igen, nekem van feleségem. Önnek van kisfia? Igen, nekem van kisfiam. Önnek vannak szülei? Igen, nekem vannak szüleim. Önnek van anyja? Igen, nekem van anyám. Önnek van apja? Igen, nekem van apám. Önnek van fiútestvére? Igen, nekem van fiútestvérem. Önnek van családja? U vas есть семья? Igen, nekem van családom, да, у меня есть семья. И в остальных тоже эта форма на русском языке. На вопрос, где
Очень часто употребляется глагол быть я ван. На вопрос где? Хольван, хольваннак. В единственном числе ван и в множественном числе ваннак. Отвечайте на мои вопросы. Hol van az ön felesége? Itt van a feleségem. Hol van az ön kisfia? Itt van a kisfiam. Hol vannak az ön szülei? Itt vannak a szüleim. Hol van az ön apja? És hol van az ön anyja? Itt van az apám, és itt van az anyám. Hol van az ön fiú testvére? Itt van a fiú testvérem. Hol van az ön lány testvére? Itt van a lány testvérem. Когда используется itthon, слово itthon и когда используется слово otthon? Если вы физически находитесь дома, употребляйте слово itthon. Если вы вне дома, в том случае вы можете употреблять слово «отхон». Киван отхон. Кик ваннак отхон. Кто дома? Кининч отхон. Кик нинченек отхон. Кого нет дома? В единственном числе нинч. В множественном, так ки нинч, в множественном числе кик нинченек. Отвечайте на мои вопросы. Отхон ван о фелешеге? Итхон ван о фелешегем. Отхон ван о кишфия? Итхон ван о кишфиям. Отхон ваннак о сюлеи? Итхон ваннак о сюлеим. Отхон ван аз ön апья? És otthon van az ön anyja? Itthon van az apám, és itthon van az anyám. Otthon van az ön fiú testvére? Nincs itthon a fiú testvérem. Otthon van az ön lány testvére? Nincs itthon a lány testvérem. Повторяем еще раз. Otthon van az ön felesége? Itthon van a feleségem. Otthon van az ön kisfia? Itthon van a kisfiam. Otthon vannak a szülei? Itthon vannak a szüleim. Otthon van az ön anyja és az ön ap és az ön apja? Itthon van az apám és itthon van az anyám. Otthon van az ön fiú testvére? Nincs itthon a fiú testvérem. Otthon van az ön lány testvére? Nincs itthon a lány testvérem. Kie van még önnek? Kto isho u vas jest? Начнем со слов. Найнени – тетя. Брат – друг. Nagybácsi, gyágya. Autó, машина. Ház, dom. Lakás, квартира. Bicikli, velosiped. Kie van még önnek? Nekem van nagynénim. Önnek van nagynénije? Nekem van nagynénim. Önnek van barátja? Nekem van barátom. Önnek van nagybácsija? Nekem van nagybácsim. Önnek van autója? Nekem van autóm. Önnek van háza? Nekem van házam. Önnek van lakása? Nekem van lakásom. Önnek van biciklije? Nekem van biciklim. Tehát milyen van még önnek? Что еще у меня есть? Мим ван мейк?
Мне вам мег önnek, что еще у вас есть? Наблюдается, что в ответах в конце всегда М. В конце М, потому что моя тетя, мой друг, мой дядя, моя машина, мой дом, моя квартира, мой велосипед. В русском языке используется местоимение мой, начнется с буквы М, а в венгерском языке оканчивается на букву М. Всегда оканчивается на букву М, если у меня есть что-то. Или мой. Мой. Мое что-то. Или мой кто-то. Это наблюдается, а это всегда так. Так если вы так используете, никогда не ошибаетесь. Most már nagyon vidám vagyok, mert sokat tudok. Сейчас я очень веселый. Веселая, потому что я знаю много. Спасибо за ваше внимание. До следующего мини-видео. Всего вам доброго!